Надпись со штанами. Да, это одна глобальная операция была. Это штурм опорного пункта вражеского. Наши ребята сидят в засаде для того, чтобы... То есть вообще хочется сказать, что тут работало очень много экипажей наших белорусских. Это были минометчики, которые прикрывали ребят, которые заходили. Готовлю АТ-шку. Передай ему, что техника на нас выходит. Ну, у меня лично это Буча, оборона Бучи, где я попал там в бой с ребятами. Мы там держали оборону 12 часов. Я потерял лучшего друга в этом бою. У нас там было много раненых. Это было вот как только-только все началось после вторжения полномасштабного. Это было 3 марта. Не влазит один. Нужно сказать, что попытки сделать свергнуть власть Лукашенко без участия кулаков и оружия уже увенчались провалом. Сейчас мы видим, скажем так, свержение лукашенковской власти только силовым путем. Как это будет? Я не говорю о том, что мы там едем специально там уничтожать все живое. Нет, мы говорим о том, что мы готовим армию,